Как провел каникулы? Ну, отдыхал, бывало занимался, там, готовился к учебе, в колледж поступал. Как добирались до сборов в Риге? Ну, на самолете летели. Полет был нормальный, и все равно устали все после дороги, не выспались. Тяжело было на тренировке. Что там за происшествие с вами в самолете произошло? Один человек начал там лезть на девушку. Ну, я заступился за нее. Без драки все обошлось нормально? Ну, почти. Как условия на сборе? Ну, условия хорошие. И сборы интенсивные, наверное, будут. В чем тебе надо прибавить за время сборов? Ну, в физической форме и... Ну, и вообще. На сколько сейчас процентов готов, если бы первенство возобновилось? Процентов 60, наверное, 70. Думаю, на сборах сейчас еще подтянем физическую форму и нормально. Следил ли за участием в Иберкап? Да, следил. Что можешь сказать про участие, что ребята говорят? Да, ребята говорят нормально, ну, было, условия-то хорошие были, но не все просто справились с этим, с нагрузкой. Почему не справились, как думаешь? Ну, я не знаю, может быть. Может быть, жара. Ну, не знаю, много, может быть, чего. Ты в следующий раз готов принять участие? Да, если позову, то да. Как первую часть сезона оценишь? Именно всей команды? Да, или... всей команды, 2001. Ну, в принципе, нормально, но все равно еще нужно работать. Что ждешь от второй части? Выиграть матч и занять первое место, выйти в премьер-лигу. За счет чего можно это сделать? Ну, можно сделать за счет сборов, которые мы сейчас проводим, и за счет побед. Что ждешь от своей игры? От своей игры поменьше пропущенных голов, и чтобы команда выигрывала. Приносить пользу команде своей.